Зима. Январь месяц. На улице холодно. Снег лежит вовсю по колено, а где-то и по пояс. Недавно морозы вот прошли, минус 50 градусов было неделю назад. Ну, в общем, не грибной сезон на улице, это уж точно. Ну вот, что интересно, вот есть грибы подберезовики, подосиновики, да? А у меня вырос подоконник, потому что под окном вырос на подоконнике. Кто знает, что это за гриб такой, вот этот вот подоконник? Вот морозы прошли, минус 50 градусов, и вот вылез подоконник такой. Чудный гриб. Вообще съедобный он или нет. Ну, навряд ли, конечно, да. Хотя кто его знает. Что это такое? Грибники, скажите, пожалуйста, что это за гриб такой?